Приветствую вас на канале Мосалим. Старекс у нас в работе. Жидкие подкрылки делаем. Ну, в общем, вот таким образом у нас уже обработана арка, как видите. Полностью сплошным слоем. Идеально. 3-4 миллиметра слой получается. Сохнет быстро. 3-4 часа можно автомобиль эксплуатировать после нашей работы. Защищаем арку от коррозии. То есть под данным материалом не скапливается никакой влаги, песка, грязи. Ну и, соответственно, работает как шумопоглотитель. Внешние шумы от колес, от дороги, биение воды, песка, камней по подкрылку, вот это вот все убирается. Штатные локеры обязательно проклеим в подарок. 6 миллиметров материал там используется. Дополнительный эффект получаем. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.